сообщение о загорании жилого дома в населенном пункте Людкино Тверской области. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось горение. Был объявлен повышенный номер вызова, номер 2. В связи с тем, что сильный ветер, огонь распространился на соседние постройки. Всего огнем было охвачено 1 жилой дом и 7 дачных построек. На данный момент объявлена локализация пожара, погибших, пострадавших нет. К тушению привлекалось 15 единиц техники, более 40 человек личного состава. Работы продолжаются.